Когда-то на этом пустыре в микрорайоне Мостовая не было ничего, кроме мусора и пустых бутылок. Ситуацию изменили жители близлежащих домов. Устав от постоянной свалки за окном, трудовой десант ТОСа «Мостовая Слобода» привел территорию в порядок. Настало время сажать деревья. Саженцы лип, яблонь и рябины предоставил городской центр по благоустройству и озеленению. Вот сегодня посадили первые деревья. Сейчас все семьи у нас, активные семьи вышли, которые есть, посадили, кажется, по дереву. Будут за ним ухаживать, потому что это место... Ну, наверное, помните, какая здесь была свалка раньше, сколько времени назад. А теперь, видите, будет скоро оазис у нас. Наводить красоту в парке пришли даже самые маленькие жители Мостовой. 6-летний Рафаэль активно работал лопатой и помогал своему папе сажать деревья. Я здесь сажаю дерево, ну, тут парк выращу. Или там все? Парк Мостовая. Парк Мостовая. В этот же день представители ТОСа «Мостовая Слобода» утвердили новую организацию – Семейный совет «Слободушка», который войдет в структуру ТОСа. Новая социальная ячейка займется организацией субботников, семейных праздников и культурных мероприятий. Сегодня родился совет семьи «Мостовая Слобода», но он называется «Слободушка». Это не одно и то же, что ТОС, но это, скажем так, неотъемлемая часть, детище, можно сказать, нашего ТОСа. Вот, в честь этого собрались семьями, сажаем деревья. В течение недели жители Мостовой планируют посадить еще несколько десятков деревьев. Остается только решить вопрос с обеспечением подачи воды для полива зеленых насаждений. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.